Всем, вы на канале Просто Детки, и мы сегодня поиграем в моего котенка, а виртуальный тамагочи. Итак, давайте распакуем коробочку. А здесь у нас на выбор три котенка. Ну, не знаю, мне почему-то рыженький нравится. Давайте выберем такого. Предлагают вот попробовать потестировать функции на премиум доступа, трехдневный пробный период. Вот так вот. Главное потом не забудьте ее отменить через 3 дня. Вначале еда, потом все остальное. Давайте покормим нашего питомца. Жми на эту вкуснятину, но он у нас маленький, поэтому ему пока просто молочко, да? Ням-ням-ням-ням-ням. Смотри, аккуратно, чтобы тебе эта бутылочка огромная не задавила. После обеда время развлечений. Посмотрим, как можно поиграть с этой штукой. Да как? Пытаться в нее залезть, но она ж маленькая. Что получилось? Я думал, вот так вот, да, попытается сделать. В общем, наигрался. Вот и первый уровень. И подарки для питомца. Еда, еда, лоток и какая-то игрушка, наверное. Вот и хорошо. Как раз и вовремя. Потому что нужен лоток будет. А там сверху... Майкет, что это? Ну, в принципе, меня устраивает. Кэт. Был Майкет, стал про Кэт. В реальном мире играть в 2 раза веселее. То есть можно... Ага, видите? Виртуальная реальность не поддерживается. Упс, несите быстрее лоточек. Захотелось котенку в него. Какой красивый. Я бы сам такой бы ходил. Такой весь цветочный. Пахучий. Если бы 3D, наверное, это все нам показывали. А, маловато оказалось. Надо бы сменить наполнитель. То есть раз в 4 часа можно его менять, типа, да, бесплатно, наверное. Недостаточно алмазов. Проходи уровень, зарабатывай алмазы. А если нет алмазов, можно всегда добыть здесь. Это же где? Ух ты, это что, еще и 3 в ряд? Ничего себе. Класс. Сосиски, подушки. Ого. Можно совместить, естественно. По поводу 3 в ряд, я думаю, проблем у меня никаких не возникнет. Хотелось бы это все пропустить. Не разрешают, ладно. Так, монетки и алмазы. С монетки, наверное, можно заработать по-всякому, а алмазы что, только на уровнях вот. Понял. Принял. Прикольно. Мне это уже нравится. Я вот не помню. Я, по-моему, в нее не играл, хотя что-то знакомое. 3 алмаза. Можно удвоить их, да? При премиум доступе даже реклама не надо. Смотрите, она просто удваивается. Вырасти самого красивого и верного друга. Вперед. Ежедневная награда. Класс. Так, что это у нас здесь? Получается, видите, звездочки. Там, там, там. Типа, можно звездочки зарабатывать. Ну, давайте для начала собрать это корона, типа, это что? Не пойму, что он хочет. Ладно, кушать хочет, на, кушай. А, вот это он как быстро ест. Нет, тогда бананы нужно отменить. Почему звездочки не дают? Вот, теперь заполнилась шкала. А, не хочешь, типа, кушать, видели? Да, он же не голодный. Не-не-не, мне это не нужно пока. Может, он спать хочет? Да, видите, звездочек вообще нет. Забрали. Так как премиум доступ, наверное, нам дается все бесплатно.
А если бы вот не это, то, скорее всего, пришлось бы зарабатывать как-то. А твой котик любит смотреть цветные сны. Посмотри классный ролик вместе или дай зелье для ускорения сна. А получается, с премиум доступом даже не нужно ролик смотреть, просто нажали и все. Так, давайте тогда поиграем. Вот у нас кроме коробки появилась вот такая вот еще игра. Ух ты. Прикольно, типа он за ней бегает. А-а. И сразу новый уровень. Кристаллы, лоточек, еще одна такая игрушка. А, все понятно. И получается, вот у нас там появилось уже звездочек больше. Подарок. А подарок мы, кстати, брали вообще? Ну, не знаю. А почему сверху вот указано там одна из четырех каких-то вот этих вот штук? Где имя? Да, вот у нас было вначале по одной звезде, потом по две. А у нас и задание. Чего, я даже не видел. А, получается, ежедневное задание. Видите, вот поиграться, получаю награду целую кучу всего. Так, дальше. До смены задания, видите, целые сутки. А можно получать задание бесплатно с премиумом. А чеши мне сегодня пузика чаще. Ха. Ложись, почешу. Ложись, как тебя почесать? А как его почесать? Ха-ха, не хочет. Ну переворачивайся, что ли? Не знаю. Мяу-мяу. Ты в туалет хочешь? А, он ко мне повернулся спиной. Вот у нас несколько лотков, несколько видов. Давай, делай свои дела. Может, это тогда подобреешь? А то, что я там с ним играл, дали один клубок вот за это. Мне больше интересно, как вот... как ему гигиену другую делать. А, вот, наконец-то он лег. Как его пузико чесать? Вот. Не знаю, не получается у меня. Хотя засчитали все-таки. И вот хорошая такая награда. Какую-то лапку дали. Что она дает, интересно? А, можно... А, даже, видите, с премиум доступом нельзя обновлять часто задания. Только вот раз в сутки. Так. А, какие здесь есть мини-игры, кроме 3 в ряд? Смотрим, получается, чистим зубы, душ, блохи, занозы, лечение и тамадок. А, типа, скачивать песика, да? Тоже растить. А душ это что, мини-игра все-таки? Ого, целая комната. Давайте намочим его, причем. Вот, нужное количество воды нужно вылить. Теперь берем мыло. Хорошенько мылим. Там вот слева шкала заполняется, то есть просто так провел мало. Нужно именно, чтобы шкала заполнилась. Прям снеговик какой-то получился. Теперь все это дело смываем. Все равно грязный. Теперь шампунь. Какая она сразу некрасивая была по цвету. И опять мылим ее хорошо. Есть такое. И смываем. О, другое дело, чистенькие. Оставил тебя на пару минут, ты уже такой, вот так вымазался. И вытираем. Хотя, если честно говоря, в воде вытирать как-то не очень. Победа! Так, можно удваивать. Хотя, по идее, с короной, скорее всего, не нужно смотреть. Видите, раз и все. Так, ну это совсем мини-игра, да? А, чистка зубов. Берем сначала... Что? Сдуваем всех этих... Не знаю, как их назвать даже. Букашек. Вреднючек. А теперь... Наши клыки... Отбеливаем. Вот и все. Совсем просто. И опять же, с премиум доступом, видите, можно удвоить очень легко.
Так, можно начать заново и просто бесконечно зарабатывать так деньги, да? Так, дальше, блохи. Что у нас с блохами? А сначала нужно их найти, да? Теперь взять пинцет и в банку. Опять ищем в банку. Находим и в банку их. Потом будем в аптеку сдавать, да? И последняя блоха. Есть. Тоже победа. Это, как видим, монетки здесь довольно-таки быстро зарабатывать. Особенно если с премиумом. Так. Занозы и лечение. Получается, потом тоже посмотрим, что это такое. Ну, как видим, основной упор делается на 3 в ряд, скорее всего. Так что пока он там не сильно голодный. Или голодный. Банан тогда тебя отняли, далее отняли. Котик, кушающий бананы. Интересно. И уснул там, да? Что такое? Что-то бананов плохо. Что еще? Тебе мало? Звездочку не даешь нам? Но. Так, а как нам банан вернулся? Я не понял. Видать, он не хочет, слушайте. Видите, он не съедает, то есть. Может, ему просто молочко нужно было? Молочко, вот он сразу захотел попить. Вот, вылокал. И звезда добавилась. А вот остальную еду не хочет. А что, в чем же дело? Так, ладно. Игр других нет. А, можно же покупать, точно. Вот нам от уровня доступны другие игры, да? А, только их можно покупать за кристаллы. Так, давайте купим что-то вот. Причем это 3 звезды шкалу заполняет сразу. А, ничего себе. Вот эта игрушка. Запутал, короче, все. И сразу шкала заполнилась. Так, он хочет отдыхать. Обычная соска нам недоступна, видите? То есть нужно покупать за кристаллы. А вот такой крутой лежанку. То есть кристаллы универсальная штука. Вот. С рогами прям прикольно. Да, можно сразу вот. А видите, 3000 монет стоит ускорить, если без премиума. С премиумом раз, нажали и все. И еще. А что, еще раз нельзя? Ничего себе, и тут зажали. Ну ладно, давайте пока мини-игры сыграем. Ну, в смысле, 3 в ряд. Так, нужно. Это показывает пока, да? А теперь типа я сам. А, я думал вообще за нас уже играют. Даже на премиуме типа даже играют за тебя компьютер сам. Ой, это было очень быстро. Ну то есть это вообще тамагочи как позиционируется. Как типа вот real time, то есть. В реальном времени, как происходит все, так вот типа и здесь. Чтоб не бежать вперед паровоза, прям сразу все сделать, там уровни поднять и так далее. А вот, допустим, как в реальной жизни, там котик спит там полдня, так и здесь, типа, вот видите, он лег спать. И вот долго времени ему нужно, чтоб он выспался. Так, ну что ж, есть такое. А что вот это вот за какие-то петардочки такие? А, они просто взрываются. Я понял. Так. Красненьких нужно. Еще вот. Ой, дайте мне их взорвать. О, красота. Отлично. Все задания выполнены. Игровое поле расчищено.
Так, без рекламы, естественно. Премиум — это хорошо. Нужно будет еще потом один раз как-то записать, пока действует премиум. А, хватит, 3 уровня. Интересно посмотреть, там нельзя будет опять ускорить сон нашего котика. Если знал бы, я бы его не ложил спать. Я бы там еще с ним поиграл. Видите? Не, никак. Только вот за деньги. Капец. А допустим, мини-игры. А можно отменить? А, можно типа отменить, наверное, сон, да? Ну, как-то не сильно хочется. Так, а мини-игры вот все-таки можно, когда он спит? Занозы. Да, можно. Котик спит, а мы над ним пока издеваемся. Так, вытащили занозу. Положили ее на поднос. Ой-ой-ой. Так. Такой хороший, крутой лежак. За кристаллы. А вот получается, в нем оказались занозы. Так, все, обработали это антисептиком каким-то. И все, то есть мини-игра здесь вообще тоже простая. Удвоить. И последнее, это вот лечение. Вдруг котик приболел. Нужно узнать, чем приболел он. Температурку померили, видим, высокая. Теперь нужно послушать пульс сердечко. А, 38,8 у нас показывается, да? Так, что у него там? Коронавирус, что ли? Надо пилюлю срочно. Запьем водичкой. Сиропчик ему дадим, какую-то там микстуру волшебную. И закапаем в носик капельки. Все. Как раз проснется, будет здоровый, как бык, а не как котик. Ну и награда, как видите, за такой короткий промежуток времени игровой довольно-таки хорошая. Ну, по-прежнему он спит, и ничего нельзя ему сделать, видите? А, можно в очередь поставить. То есть, видите, он, получается, проснется и пойдет в туалет. Потом проснется, покушает, потом поиграется, да? А я, допустим, если выйду из игры и потом зайду там через там сутки, допустим, то это все сделается, как по мне. А можно добавить еще, допустим, в очередь то же самое, да, там еда, еще одна, там лоток еще один и игра одна. И по третьему кругу, интересно, это все сделается или нет? Вот как-то так. Так, что нам предлагают вообще в магазине? А, видите, новая еда, но еда вся за кристаллы. Вот блин. А он-то переборчивый, он не хотел бы там есть бананы, яичницу. Хм. Еды, конечно, очень много разной. Открывается с уровнями. Так, а туалеты вот открылись. С обычные лотки. Вот какие-то крутые. Сразу 3 звезды восстанавливают, да? А, если бы вот не те призы ежедневные, то пришлось бы покупать за кристаллы. А зарабатывать их не так уж и легко. А, это можно, вот видите, менять глаза, окраску. Тоже все за кристаллы. А здесь пока вот декорации тоже будут появляться. Но это все вот со временем. А ну-ка, тут что-то вот доступно. Что можно поменять? А, вот стены. Тоже за монетки. Можно розовые, можно такие. Так, а здесь вот разные окна. Ну, не сильно много прям так предметов, которые можно поменять, но все-таки они есть. Звук куда-то пропал. Ну да ладно, это уже не важно, потому что я собираюсь закругляться. А кому скучно в этой игре, можно вот без конца проходить уровни, игры 3 в ряд. Ну, я этого делать сегодня не буду. Посмотрел на игрушку, красивая. А если вот у кого поддерживается виртуальная реальность, то можно так вот вращать камеру вокруг, то есть рассматривать здесь все со всех сторон. Это еще красивее. А если вам понравилась эта игрушка, то поддержите это видео своим лайком. А советуйте другие интересные игры для обзора. Ну, оставайтесь с нами. Пока-пока.